И начнем выпуск с чрезвычайного происшествия в Уфе. В микрорайоне Молодежный на улице Дмитриева произошел крупный пожар. Огонь охватил 6-й этаж панельной многоэтажки. По данным республиканского МЧС, пострадали 11 человек, в том числе 6 детей. По предварительным данным, многоквартирный жилой дом загорелся днем. Спасатели прибыли к месту происшествия около часа дня. В тушении участвовали 13 пожарных расчетов и 38 человек личного состава. Пожарным удалось оперативно локализовать возгорание. На всю операцию огнеборцам потребовалось чуть больше часа. На место по повышенному рангу пожара направлены силы и средства МЧС России, сотрудники полиции и медики. Из зоны воздействия опасного фактора пожара эвакуировано 24 человека, в том числе 10 детей. Погибших нет. По оперативным данным имеется информация о 11 госпитализированных, из них 6 детей. Сейчас на месте происшествия работают дознаватели противопожарной службы, которые выясняют причины пожара и обстоятельства произошедшего. Также специалисты задействовали и пожарную лабораторию.